Добрый день. Мы находимся возле подъема на пик Чехова. Сюда мы почти полтора часа добирались. Вон там первая группа. Вернее, это уже вторая очередь пошла. Первого восхождения на обратном пути мы только что видели. Сейчас мы вдвоем. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Альпинистский оскал. Один раз вылечить голову. Это вариант. Каждый год покупать рюкзаки и палатки. Ну-ка. Хорошо, что был Ломоносов, который не дал умереть нашим. Что-то у меня сегодня сложно происходит. Компонование мыслей в голове. Совсем они не компонуются. Наши изможденные лица. Машина была не близко, поэтому мы не смогли сегодня зайти. Идти никому нельзя. Восхождение закрыто. Всех поворачиваем обратно. Там все метель. Очень мило. Так что все идем обратно. А ну у нас есть скальные крючья, может быть мы рискнем? Сейчас что же делать? Это будет, может быть. Привязаться к камням и как-то ползти, да, что ли, я не знаю. 30-килограммовых камней ко точно всем привязывать. Каждой ноге, тогда ты уж точно не улетишь. Какого-то торжественного момента вращаются какие-то одни пошлые анекдоты. Ну вот, граждане, первый промежуточный лагерь. Сейчас поставим палатки, будем варить. А впереди еще трое суток. 3 дня до вершины. Почти, может быть, даже. Ну, ладно, не будем грустно. Спонсор нашего проекта — злой полистер дирижабли. Это волшебный напиток нового формула. Она добавляет энергию в нижнюю часть тела. Ты должен выпивать и чокаться с папой каждый раз. Ну что, скоро придется вешать перильную веревку. Потому как крутизна, что она явно превышает все мыслимые и немыслимые градусы. Поэтому сейчас Евгений полезет наверх с нижней страховкой, крутит крюк, его вернее, и будем делать перила. На что делать?
Вот. Идут уже вторые сутки восхождения на пик Чехова. Все, конечно, уже просто никакие. Кислорода не хватает. Сами понимаете. Баллоны приходится экономить. Вот. Пока идем на бёрни. Там внизу спас работы. Вот. Уже как помню, отвалилась нога. Не знают, что делать. Ужас. Ужас. Нашего городка. Внизу мужик без ноги слезно просил не бросать его. Come on, Jim. Ну, просто ужас. Там карьер, до вверх поднимаешься, там тропа японская. Я туда за брусникой там хожу. Там по тропе туда раз, на тот гребень вылазишь. С той стороны мне лучше нравится. Они в 8.30 только начало, ой, 9.30 начало. Ну поздно. Просто с погодой повезло, да, сегодня? Смотрите, какие крутые склоны нам приходится преодолевать. Случайных людей, которые не имеют не то что спирта, а даже и лейкопластыря. Это наводит на грустное размышление. Туризм, альпинизм рождается. Поднимается классический образ настоящего альпиниста, тяжело шагающего сквозь, понимаешь, тягости и лишения. Вы думаете, что альпинизм вырождается? Нет, это не так. Можете внимательно посмотреть на меня и убедиться, что это не так.
Этаж восхождения на гору Чехова, фототеатр онлайн. Как сказал бы любой журналист, вершина уже близка, но я почти умирал, подходя к вершине. Мне было так тяжело, но ведь ни одна падла же с собой магнитофон не берет. Да и нехрен здесь делать, журналист. Такие неужели? Мы даже журналистов, кажется, видим. Написано, что высота 870 метров, но по альтиметру показывает немного ниже. Вышли на вершинное плато, обошли первую предвершину. Скоро подойдем к большому камню. Посередине гребень стоит. Оттуда полпути остается до метки 1045 метров. Дует ветер. Отходить к краю гребня совсем прохладненько. Продувает. Говорят, последний метр самый сложный. Ну как-то вот действительно потяжелело в ногах, опускаются руки, заломило в спине. Действительно, последние метры даются с таким трудом и напряжением. Дыхание сбито, сердце бьется как сумасшедшее, но вершина близка. Последние 18 метров. Сейчас мы ступим на высшую, на одну из высших точек Цунайского хребта. Видите, какой дует ветер.